поверхности быстрого потока, не различить отражений ни близких, ни далеких. Даже если не мутен он, даже если свободен от пены, в постоянной струйчатой ряби, в неугомонной смене воды отражения неверны, неотчетливы, непонятны. Лишь когда поток через реки и реки доходит до спокойного широкого устья, или в заводе остановившейся, или в озерке, где вода не продрогнет, лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый листик прибрежного дерева, и каждое перышко тонкого облака, и на литую голубую глубь неба. Так и ты, так и я. Если до сих пор все никак не увидим, все никак не отразим бессмертную чеканную истину, не потому ли значит, что еще движемся куда-то, еще живем?